Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Ставьте лайк и подписывайтесь. Приятного просмотра. Елена Малышева сделала заявление о состоянии Надежды Бабкиной, попавшей в больницу с пневмонией. По словам телеведущей, 70-летняя артистка находится в реанимации и ситуация достаточно серьезная. Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. «Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо», – рассказала Малышева. Ведущая программы «Жить здорово» не подтвердила, находится ли Бабкина в состоянии искусственной комы, о чем СМИ сообщили накануне. Вчера представитель художественного руководителя театра «Русская песня» официально опроверг сообщение о положительном результате теста артистки на коронавирус. Сообщается, что проблемы со здоровьем у Бабкиной начались в начале апреля. Тогда она жаловалась друзьям на кашель и плохое самочувствие. В итоге ее госпитализировали с воспалением легких и подозрением на уханьский вирус. Ранее, напомним, в реанимацию попал Лев Лещенко, у которого был обнаружен коронавирус. Народный артист встречался с Бабкиной на праздновании ее юбилея за 2 недели до того, как она заболела. Сейчас Лещенко находится уже дома, он вылечился от коронавируса. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!